Его концерты в Санкт-Петербурге и в Москве, в сотни других городов России. Мы с вами давно и прекрасно знаем, что Олег Погудин, как о нем принято говорить и писать, всячески бережно сохраняет для нас с вами удивительные музыкальные жанры старинного современного городского романса.
шансона, вокальных баллад и так далее, и так далее. Об Олеге Бакулине не нужно говорить, его нужно слушать. Но хорош бы он был, если бы только сохранял для нас вышеперечисленные мною жанры. Олег Бакулин — это же не человек-музей. Это артист, причем артист в нашей стране, признанный сегодня и публикой, и государством. Ну и поэтому, как артист, он не только сохраняет эти жанры, но всячески их развивает, и обладая при этом совершенно незаурядной, яркой индивидуальной манерой исполнения, неподражаемым голосом, окрашивает их всеми гранями своего удивительного таланта. Но вот о чем нельзя сегодня не сказать, дорогие друзья. Благодаря тому событию, которое Олег отмечает сегодня на сцене нашего театра, отныне Санкт-Петербургский государственный театр эстрады имени Аркадия Райкина является, это чистая правда, единственным в мире театром, труппа которого на 100% состоит из заслуженных артистов России. Причем половина этой труппы представляет вокальный жанр, другая половина — жанр разговорный. Труппа, собственно, вся перед вами. Заслуженный артист России Николай Поздеев и заслуженный артист России Олег Багутин. А для того, чтобы оба труппа нашего театра, сам театр и наши зрители хорошо понимали, что у нас есть еще куда стремиться, у нас есть перспективы, у нас есть творческие ориентиры, к двум заслуженным артистам на сцену приглашается артист народный, блистательный петербургский актер, один из ведущих артистов труппы Академического Александринского театра, председатель комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, народный артист России Николай Буров. Знаете, страшное явление совершенно артисты разговорного жанра. Багутин начал протяжно, нежно, душевно, неторопливо. Вышел позднее. Что такое? Коль, вот смотри, ты хочешь быть народным артистом? Следуй в том ритме, который задается в начале действия. А если сказать всерьез, вы знаете, у меня сегодня... Премьера такая в жизни, мне не приходилось еще ни разу вручать почетные звания и награды своим коллегам. Это действительно очень серьезно и ответственно, тем более, что это награда не Тюткину или Пупкину, а это награда Олегу Багутину. Обычно в старые времена награждаемый, чуть-чуть волнуясь, потирая влажные ладошки, говорил: я очень благодарен семье, маме, папе, партии и правительству. Правительству надо быть благодарным, семье, да, партии не обязательно. Сегодня действительно замечательный день, Олег Евгеньевич, в вашей жизни. И я очень рад, что действительно... В театре эстрады, уникальном театре, на сцене которого рождались звезды когда-то одна за другой, потом чуть-чуть реже, а теперь опять рождаются звезды, происходит вот это событие. Я уверен, что все, собравшиеся в этом переполненном зале, будут еще долго-долго благодарить вас как замечательного артиста. Чудовищно работает радиоцентр. Вас будут благодарить за то удивительное искусство, которое вы и только вы рождаете. Что-то можно повторять. Вы неповторимы, потому что вы, Олег Багутин, заслуженный артист Российской Федерации. Спасибо. Здесь награда, я не знаю, дырявить или не дырявить. Давайте не будем дырявить. А то там надо народного дырявить, звезду героя своего труда, еще что-то. Поэтому здесь удостоверение, подписанное президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это очень приятно, что это высочайшее актерское звание подписывается президентом. Так что позвольте вам от имени правительства Санкт-Петербурга и от имени правительства Российской Федерации и, самое главное, от имени самого президента вручить эту высокую и очень важную награду. И еще актерам, артистам всегда говорят на сцене, чтобы все получилось, ни пуха, ни пера. Ну вот я не буду отвечать тем, что обычно отвечают на это.
а просто скажу слова благодарности. И, может быть, вот просто после такого выступления торжественного, сегодня особо торжественных моментов на сцене не будет, я очень рад тому, что произошел определенный праздник для многих людей, которые ради этого серьезно делали какие-то шаги, которые серьезно работали. Прежде всего, сегодня это праздник театра эстрады петербургской, не только эстрады, но вообще, как мне хочется, петербургского, ну, в каком-то, в какой-то своей области искусства. Потому что все-таки, когда каждый артист знает, чего стоят те или иные достижения, вот, но приятно, когда те, кто руководят вообще процессом жизни в стране, ну, наверное, как-то благосклонно относится к тому, что мы делаем. Спасибо вам. Спасибо. Наши поздравления, Олег. Спасибо. И друзья, сказать всего несколько слов. Поет заслуженный артист России Олег Погудин. Сегодня мне бы очень хотелось, чтобы это был почти, если не семейный, то, по крайней мере, такой праздник для очень близких людей. Это не пустые слова, сегодня в зале очень много друзей, тех, кто действительно, как я уже повторяюсь, сделал много для того, чтобы это событие вообще состоялось. Тех, кто очень часто, а иногда на каждом выступлении, помогает тому, чтобы оно состоялось. Здесь и врачи, и учителя, и друзья. Всем низкий поклон сегодня от меня, а дальше мы действительно постараемся в основном петь. Спасибо! Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. Унепроносительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Она возникает с рассветом вдруг, медлите, братья необученная. Она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук. Она, как надежда из первых рук, в дар от природы полученная. Из двери к дверям, из окна в окно, вслед за тобой она тянется. Все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено. Только она останется. Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. Унепроносительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Всенародным артистом. Ну и в качестве подарка
мы споем одну красивую песню. Мою
неоткрытых островов. Я на небе с правдой.
сами ленинградскими вновь бушуется винная весна, где не спалены в дни солдатские, тишина кругом, как прежде, тишина. Thank you.
Петроград. Без рояля и скрипок, без нот и без слов удивительный вальс танцевал летний сад, удивительный вальс и за семи голов. Вальс всегда новый вальс, мостов не вальс, речной волны дальних стон. Вальс растерянный вальс, расстрелянный вальс, расстрелянный вальс, томом в удивительном вальсе кружились дома и старинный храм. Раскрылись дома и звонили беззвучные колокола. Вальс пустых дворцов, вальс былых венцов, вальс к лицу лицо без прикрас. Вальс военных дней смерти дней вальс, судьбы моей жизни вальс. Потому что сейчас на сцену выйдут
студенты первого курса театральной академии, курса Галины Андреевны Барышевой, на котором я являюсь педагогом. Что они сейчас будут делать, я не знаю. Вот, трепещу не меньше, чем они, я думаю. Представлять тех, кто выйдет сейчас на площадку, мне очень приятно и радостно. Хотя, наверное, я назову всех в конце концерта. Но те, кто видел в учебном театре спектакль
голоса ушедшего века, те, кто сейчас на сцену выйдет, узнают. И то, что сейчас будет, я тоже знаю, и этому очень рад. Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Свою судьбу, свою судьбу. Спеть свою песню из-за той войны.
Редко, друзья, нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Пусть боевая семья ленинградская с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немцев взять их и гнала. Будут веками навеки прославлены под пулеметной бугой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амкой. Кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзал с рыбой ножа, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем мы чахнем с игрушками, стоя мы между друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. Друзья, встречаться приходится, но уж когда довелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси полилось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси Thank you.
Thank you.
капризами потихоньку ругали меня. Кто назло дошипел молодой трудальной, вот кто за нас умеет водить. И тогда мы сказали: послушайте, мольника, можно нас тихонько любить. Закончил концерт, помню стену белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были наполнены нежною, как лампадка у старых икон. А потом города, степь, дороги, протаги. Я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза: послушайте, как потом мы ругаем себя.
Вливайся в сердце вновь. Остается терпеть и молчать. Тебе берегут, как уходит весна и вода. Дни берут, унося за собою года. Время лечит людей.
сейчас я тоже не должен говорить ничего, кроме как представить следующего артиста. Народный артист России Эдуард Хиль. Очень много можно говорить про этого артиста, который сегодня поздравил, наверное, вас, да, наверняка всех женщин. Ну, еще не сегодня. Поздравил. Да. Я, хорошо, ты поздравишь. Я хочу поздравить, знаете кого? Ну, наверняка здесь очень мало таких людей, которые во время войны отстояли не только наш город, ну и всю нашу страну, чтобы вот потом, через столько лет, мы могли слушать прекрасного русского певца. Я считаю, что это открытие 20 века и постепенно... Я помню, много лет назад Олег собирался в Америку, по-моему, да? Да, курс. Ну, такое, да. Да. И он говорит: Эдуард Анатольевич, а что же мне спеть там? Вот, может быть, что-нибудь джазовое? Я говорю: ну, что американцам джаз петь? Они и сами поют. Ну, а может быть, рок? Я говорю: да не надо. Я говорю: вот ты попробуй, ты очень силен, когда поешь старинные русские романсы, вообще романсы, лирику. Это правильно я говорю? Да. Вот. Равных нет, Олег. И когда он вернулся, то мне сказали, что номер один артист, который был в составе этой группы студентов, это был Олег Погодин. Вот. Но вы мне этого не сказали, когда ну, я, ты знаешь, что, Олег, я тебе тогда не сказал, но сейчас сказал, но хотел сказать, когда тебе, ну, исполнится, наверное, столько лет, сколько мне. Но если я не доживу, то я напишу такой маленький конвертик и там напишу. Эдуард Анатольевич, неприлично перебивать. Да, а вообще... Но я должен сказать одну вещь, потому что это важно, на самом деле, сегодня мы говорили про театральную академию немало. В 1987-88 году Эдуард Анатольевич преподавал у нас вокал, и я был в его классе. В театральном институте. А я почему начал так издалека про тех, кого надо поздравить, вот действительно люди отстояли нашу страну. Наверное, здесь мало таких, но наверняка или ваши мамы, или ваши бабушки еще живы. Поэтому, когда вы придете с этого прекрасного, после этого прекрасного концерта домой, вы обязательно поздравьте их с Днем Победы, который будет в этом году 60 лет, мы будем отмечать. И с праздником весны 8 марта. Правда, я не очень-то этот праздник люблю, потому что почему один день для женщин, да? Ну, это ужасно. Ну, раз есть он, то поздравьте, пожалуйста, бабушек и ваших мам. А сейчас песня, которую я очень люблю, так же, как и Олега. Это песня замечательного нашего композитора Станислава Пожлакова. На стихи поэта Глеба Горбовского песня называется «Осень, пора любви моей». Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Бываешь нежным и золотой, и золотой.
Je veux parler d'un temps qui de moi de mon temps ne va pas connaître. Mon âme à ce temps-là, à quand je sais la justice dans le maître. Et c'est l'homme de garni qui ne se réveille de nuit, ne vit pas de mine. C'est l'homme qu'on sait que le roi qui crée comme une étoile qui pose une la. Avec le ventre, le corps, le souci.
réduchant le dessin de la lumière, celle du calme du nord, jusqu'au matin, quand ce sait d'enfant de la tente fait crème, épuise ma vie par les têtes qui l'on sait, et qu'on aimait la vie. La je cherchais la vie dont plus rien ne subsiste. Dans son amour du corps, mon âme me semble triste, elle est là, son mort. La mère, on était jeune, on était fou. La mère, Oh, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Midor.
avec le rire, la douce aux yeux si tendre, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, quand moi, quelle existence, ça lui donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Mido, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Mido. Venez dans mon royaume, je soigne les romans, je chante les romans, je chante les Mido. Mido, passion des chances, regardez-moi, Mido, vous ne m'avez jamais vu. Mais pleurez, Mido, ça je n'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Minor, souris-moi, Minor, mieux que ça, un peu trop fort. Voilà, c'est ça. Allez, Minor, allez chanter, Minor. Oh,
Алена Микулова. Оставила чуть раньше год, но в концерте принимала участие девчата. Спасибо вам огромное. По 90, по 2000 год мы работали вдвоем с Мишей, иногда с Игорем Улишем. А вот с 3 марта 2000 года в том составе, который сейчас на сцене. Сегодняшнее мероприятие, которое должно было состояться так или иначе, потому что надо отметить то, что произошло. Вот, но я думаю, что всякое событие радостное, тем более официально, важное или приятное, это так или иначе поклон нашему городу, который не только нам, но в общем-то и всему Отечеству задает какой-то особый возвышенный тон, мироощущение, миропонимание, отношение к жизни. Вот этот пронзительный, в то же время нежный, очень мужественный, иногда холодный, иногда очень нежный. Звук очень хочется сохранить. Сохранить не только на сцене, сохранить в сердце, сохранить в отношениях с людьми, которые сделали для тебя что-то доброе и хорошее. В отношениях с людьми, которых Господь приводит на твой путь вновь, вернее, в первый раз. Всякое, на самом деле, общение – это счастье, и всякое общение – это ответственность. Ответственность, но в то же время великая, дивная, художественная, изящная – это тоже одно из качеств великого города, в котором мы с вами живем. И ему и поклон, и пожелание долгих лет жизни, которая будет считаться с его правилами существования. Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит приятной красотой все сытой дым. Бродяга и задира, я обошел мимо, но стал на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался, как домой, в простор между небом и невой. Знаю я из леса на левом, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. Этот город мною любим, забыл, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог. Не дай мне Бог, не дай мне.
навеки. Не дай мне, Бог, вовеки. Святая наука, расслышать друг друга.
страниц вечных любовь и разлука поделятся с нами сполна. Короче, тем слаще друзей голоса. А кто не смог поддувал колокольчик глаза, глядели в глаза. Берег то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Тебе вечные дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Тебе вечные дороги,
Спасибо.